Такой вот супер крутой столик для сварочных каких-то мелких работ. Это там, где нельзя повешать массу на какую-то маленькую детальку. Вы все видели, все работает, реально работает, без всяких каких-то подвохов. Блин, я сам доволен этой штукой, я, наверное, буду ей пользоваться в новой мастерской. Короче, поживем, увидим. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока!